Всем привет! Ну что сегодня вообще ставить? Какие матчи сегодня поиграются в футболе, там хоккей, да? Да никаких. Есть два матча чемпионата Англии, больше ровным счетом нихуя. Ни Испания, ни Италия, ни Франция, ни Россия, никто не играет сегодня. Все играют завтра. Вот все матчи там охуенные начинаются завтра, да? А сегодня играется два матча чемпионата Англии. Это Ньюкасл там, по-моему, с Шеффилдом и Арсенал с Брайтоном. Вот. Ну, из этих двух английских матчей я взял всего один, да. Это Арсенал Брайтон. Матч начинается 23:15, поздно, блядь, да. Ну, все равно будем ставить, будем смотреть. А что здесь можно поставить? Вообще, какая ситуация с клубом? Ну, все вы знаете, что Эмери, главный тренер Арсенала, бывший главный тренер Арсенала, ушел из Арсенала, его уволили. Вот, и все. Вроде как его сплавили игроки. Процентов на 90, я уверен, что его сплавили игроки. Блять. Примерно как в Баварии Ковача сплавили в свое время, да? Что-то они начали пиздеть, что они там не очень-то и нравились ему тренировки его, блядь, ля-ля-ля, тополя. Вот, ну ладно. Вот, а в Брайтон, ну, Брайтон это обычная английская команда. Да, кстати, кто ставит ставки, да? А знаете, что владелец Брайтон это бывший капер. То есть он купил клуб исключительно на спортивных ставках. Да, он зарабатывал на них. У него свое каперское агентство было, да. Чтобы вы знали, что это один из наших людей. Ну вот, как бы сегодня матч Арсенал Брайтон. Кто-то может выиграть. Ну, я так думаю, что игроки перестали плавить тренера. Тренера уже нету. Я думаю, они сегодня, игроки Арсенала, сыграют и покажут. Ну вот видите, блядь, как мы охуенно играем без Эмери, блядь. Вот. Самая оптимальная ставка сегодня, что я думал вчера, да, это вот Дотал больше 2,5, да. Ну, коэффициент маленький. Да и как бы там счет не был 2-0 в пользу Арсенала. 2-0 будет и пизда на этом, да. Хотя, может, 3-4 забить. Либо может и 5, потому что обе команды играющие и много забивают, да. Если кто хочет, может взять тотал матч больше 3. Там коэффициент нормальный, в принципе, да. Вот, что я возьму? Я на этот матч возьму всего одну ставку. Это тотал угловых больше 10,5 за коэффициент 1,65. Почему я беру эту ставку? Ну, я посмотрел по статистике. В матчах Арсенала очень много угловых. Да и в матче Брайтона тоже неплохо. И один из угловых там как-то вырисовывается, да. Так вот, из двух ставок, то матча больше 3, да, и угловые больше 10,5, я все-таки взял угловые. Мне вот, ну, больше понравилось, больше по статистике, мне кажется, это скорее будет верно. Вот. Поэтому моя ставка на этот матч, это угловые больше 10,5 за коэффициент 1,65. Можно взять на этот матч угловые больше 11,5, там коэффициент двойка уже, хороший коэффициент, да. Блять, что-то мне страшно, блядь, 11,5 брать. Это не Манчестер Сити, да. Поэтому я взял все-таки 10,5. Ну, 1,65 тоже неплохой коэффициент. Вот такая моя ставка. Матч начинается 23:15. По Москве, поздновато. Ждем матча и болеем за те команды, на которые мы поставили. Всем пока.